Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня установим Django SMS на Windows. Сразу у нас получится такая интересная вещь, что все установится, мы сможем редактировать, вы сможете изучать Django SMS. Значит, как найти курс на сайте? Сайт spb-tut.ru, нажимаем «Для гостей», находим Django SMS и нажимаем. Здесь можно смотреть курс, либо скачать себе на диск. Значит, курс состоит из 13 уроков. Шаг за шагом я рассказал, как это сделать. Просто мы прибегли здесь к хитрости, использовали и командную строку, и среду разработки PyCharm, чтобы удобно было, так как если самой PyCharm ставит, то Django SMS не ставится толком. Поэтому мы сохранили, значит, и у нас получился проект на компьютере в среде разработки PyCharm. Вот. В общем, очень удобно. В конце концов, вы сразу получите уже такой почти готовый сайт, который у вас вот уже сразу может и заработать, и уже появится главная страница буквально через несколько минут. Потом мы познакомимся с вами с многими функциями. Ну и будем рассматривать подробно. Django SMS будет на отдельном сайте преподаваться. В общем, посмотрите курс. Старался объяснять все очень просто. У всех должно получиться. Все, спасибо за внимание. Делайте. Также, я думаю, в описании будет прямая ссылка на эту страницу. Можно будет нажать, если вот так вот не найдете. Спасибо, до свидания.